Здорово, народ. Добрался я до игры Riot 3. Недавно она вышла. То есть, мне нравятся, как бы, гонки на вот таких всяких мопедах. Поэтому я зашел в игру, мне там предложили настроечки, профиль свой создать. И гонка там, ну не гонка такая, небольшое типа приветствие. Проехался там по трассе и все. Вот меня перекинуло меню, что у нас есть, получается. Download контент, это аддончики, которые вышли. Free pack, тут 3. Sport bike, пак вот Riot 3 Best of 2018, ну это, я так понял. Которые, это были дополнения, которые во второй были. Не знаю, ребзя, во второй не играл часть, но наверное. BMW R1200, прикольно вот это, кстати, такое. Riot 3 Best of Packs и Italy Pack у нас. Получается, My Bikes, Garage. Это типа мои мотоциклы, которые у меня с дополнением, да, я так понял. У Ducati такой прикольный. 2006 года. 6 даже покрасивее, чем 18, но это не так. Так, тут у нас даже на таких типа, как сказать, не красачи, а красачи с дорожным, дорожной резины. Вот это все мои мотоциклы, которые в дополнении ребзя были. Получается, вот такая у нас менюшка. Давайте тогда не будем тянуть время, нажмем карьера и посмотрим, что предложат. You're about to embark on an adventure, a journey into a world of passion, emotions and challenge. You'll ride the most beautiful motorcycles ever created. These bikes are so incredible that they sometimes transcend their mechanics. Все понимаю, ребят, что говорит вообще. Worthy of the best riders. They hold inside the dreams and ideas of their creators, and their hearts of steel speak to our very instincts. Speed, style, adrenaline or pleasure, whatever your nature. If you come here, you даже ночью можно будет ездить. Ой, чё, и мотокросс тут будет? Трассы кайфовые, конечно. Welcome to Ride 3, ребят. Ага, ого. Нормально, мне тут кататься придется. Чё нам предлагают? Так, как мне выбирать? This icon in the... Так, ребзи, ну я так понял, это у нас... Типа, этапы. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Мокики одинаковые? Нет, разные. Или это у нас обучение? Ну, давайте посмотрим. Карьер. А, вот. School of Speed. Типа, ну. Это мы можем, типа, школу проходить. Вождение на мотоциклах. Так, экстра у нас. Что тут? Это, наверное, покататься на наших дополнениях тут можно. Понятно. Это, ну вот, ребзя, вот состоит этот лист, короче, ну так, как бы много тут придется ездить, участвовать в соревнованиях. Получается, давайте, ребят, не будем тупить, давайте выберем левел 1 и Introduction. Выберем первую гонку тогда. Первое место. Поедем, попробуем. Так, дилершип. Окей, у меня 10 тысяч, ребят. Когда заходишь в игру, дают 10 тысяч. Так, окей, что мы можем выбрать? Априлия. Априлия. Honda NSR. Вот это, по-моему, во второй части ребята было. Сузуки, Ямаха.
Блин, ну Aprilia это такое, мопеды какие-то. Хотя не все. Ну самый яркий это Suzuki вот это. Блин, не знаю, репли. Она походу самая дорогая, что ли? Нет, Aprilia дорого стоит. Давайте, ладно, вот такой возьмем, он более какой-то. О, вот так. Делаем. Yes. Та, пушка. RS Technology. Ребят, эта игра, реально, кто вообще увлекается? Congratulations. Да, взять. Это, ребят, кто увлекается вообще мотоспортом, там, и еще такое, игра вам зайдет просто на ура. Ну, мотоспортом, кто на байке ездит, наверное, тому эти игры будут круто. Ну, как бы... Интересно, вот просто, понимаете, вот если рассуждать с точки зрения просто обычного игрока, который играет там в симуляторы такие, как Project Cars 2 и Assetto Corsa, ну, к примеру, да, то гонки на мотоциклах это какая-то новинка. Ну, блин, какое-то разнообразие. Тут потому что... разное управление. То есть на автомобиле ты чё, руль повернул вправо, вправо едет, там притормозил. Тут же тебе надо наклониться, там притормозить так, передний тормоз не передержать, потому что тебя начнет вилять, упадешь там, ну и такое. Вот в этом мне нравится фишка этой игры. Просто когда я первый раз там, типа, такой, знаете, тренировочный раз проехаться надо было, вот мне понравилось это. Ну поэтому, ребят, извиняюсь сразу, если я сейчас буду тупить или еще что-то. Так, ну, думаю, первое место будет по-любому. Капец громко. Я не думал, что эти мотоциклы такие медленные. Блин, я плохо в повороты захожу, конечно. Ребзя, давайте сделаем, наверное, чуть тише, потому что... ну, это как-то сильно громко. Вот такие орут-то на всю. Да, давайте, я тут хочу... Да, не, обойду. Или обойду. Давай. Все, можно выжимать. Конечно, траектория Дарья взя. Знаю, фигня, ну блин. Наверное, тут, блин, на джойстике будет, блин, обходит. В зеркала просто я ориентируюсь, видно все. Тихо. Может на джойстике будет поприкольнее играть? Блин, да что с траекторией? Надо научиться тормозить вовремя, а то я еду, да, затормозить, повернуть и все, надо более как-то разумнее все делать. Ля. Да, вообще, ребзя. Практически идеально. Да нет, это просто надо выучить этот, ну, типа, трек. Ну, я его знаю, да, ну, сколько уже в симуляторах проездил тут, ну, все равно. Первое место, ребзя. Виннер. Чикен Диннер. Окей, ну, вот первое ощущение. Вот мне понравилось, ребзя. Вот эти гонки, вот, нам реально, мне все время, вот, мотокроссы нравятся, MXGP. То есть, вот эти гонки. То есть, на мотоциклах для меня это как-то даже веселее, чем на машине. Наверное, просто то, что уже надоело, как бы, в те гоночки разные играть. Но это если так говорить про вообще симуляторы и, ну, гонки на разных типах транспорта. Так, а что у нас тут предложили? Это получается у нас Icons, да, какая-то? Two-Stroke 125-кубовая. Ну да, то я смотрю, он вообще не едет. Это получается, мы тут
первое взяли. Окей, the first. Ага. Ну, в принципе, понятно. Так, второе, окей, поехали. Давайте еще проедемся, вон очко я взял. Долго, извиняюсь, долго обзорчик не хочу так затягивать, потому что, ну, как бы, просто обзор игры, то есть, что, как тут играть. Поэтому заходим в игру, просто нам предлагают разные гонки проходить. Ну, то есть, чемпионаты там, конечно же... Я вам желаю удачи, чтобы все время первые места брали. Это просто надо приноровиться. Если сложность там выбрать... О, пипец будет. Это у меня, наверное, самая легкая. Ну, то есть средняя, наверное, стоит. Да или легкая. Звук, конечно, просто многообещающий. Ну, зато легко, ребзя. Скорость небольшая. Едет, в принципе, как Honda Diva. Тихо. Чуть не развернул. Тут, ребят, с траекторией надо еще поиграться, ну, привыкнуть, то есть. К этой всему трассам и так далее. А я что-то по траектории у меня не получается хорошо именно ехать. Ну, вообще, ребзя, советую вам поиграть в эту игру. Мне она понравилась. Графика приятная, ребзя. Так что, не знаю, может, стримчатки даже запилю, буду проходить тут чемпионаты. Давайте, да, я хочу его догнать. Люка Симонотти нормально так едет. Блин, передержал. Эх. Да, также ребзя, наверное, нажимаем. У нас есть перемотка обратно. То есть это пипец как облегчает жизнь. Да ё-моё. Что мне? Выходим красиво. Ой-ой-ой. Просто идеально. Ах, ребзя. Ну я боролся. Я реально пытался. Давай. Ребята, ну второе место как бы тоже достойно, а потом, если что, проиграю. Так, кредит 4000 и престиж это типа мой опыт. Ранги типа развиваются. 36000 опыта. Так, 2 end place. Ну ладно, нормально, второе место тоже пойдет. Перед гонкой нам там еще предлагают выбрать настройки байка, но так как... Тут все на английском, я не сильно в английском силен. Ну, то есть, как бы, не, ну, можно, ну, как бы, что-то там настроить, но... Никогда в играх, ребзи, не настраивал байки, потому что, ну, настолько настройки, как по мне, самая так адекватная. Хотя можно играться, смотрите, надо просто пробовать, ребят. Так, Франция Трофи. Давайте... Посмотрим, в чем райдер у нас. Райд ID это все, вот, короче, у нас тут пишется, что и как. Кастомайз райдер, то есть мы можем даже нашего райдера кастомайз. Ну, то есть гендер выбираем там. Это имя, фамилия моя. Face. Выбирать лицо, там очертания, все, короче, такое. Мы также все можем выбирать футболки, там штаны. Прикольно тоже сделали. Race outfit, то есть у нас стрит 1, стрит 2. То есть это у нас классы
чемпионатов, то есть стрит первый, второй, рейсинг и супермото. И вот то, я что называл кроссовый мотоцикл, это супермото называется. Ну, в принципе, одежка такая. Что-то давайте посмотрим, что можно. Шлемы всякие тут разные вообще, которые вообще... Арай, хелмет, фирмы разные, визор. Тоже визор можно менять. Racing Suite. Угу. Gloves. Перчатки. Тоже. Спиди. Разных фирм, короче. Наколенники. Boots это. Окей. Ну, такая, короче, тут система. Вот, вот эта ребзя мне реально понравилась. Riding стиль. Вот это прикольно. То есть можем выбирать, как будет стартовать, то есть или будет левой ногой опираться в землю, или правой. Прикольно, ну давайте, ладно, левой было. Breaking legout, то есть ногу будет он выставлять или нет при повороте. Ну и я уберу это, там такое. Cornering, то есть наклон в поворотах. Стандартный. Shoulders out, elbow to the ground. Body out, балансированный, видно, и old school, типа. Ну, я выберу стандарт. И на супермото мы можем выбирать. А, то есть, мы будем ногу выставлять или заваливаться в повороты. Ладно, выставим так. Потом, ребзя, если что, поменяю, посмотрю, как и что тут. И рейсинг номер у меня 18. Давайте выберем какой-нибудь. Вот. Не вот, ладно, такой пусть будет. А так. Получается, с MyRider мы поняли, что тут. Livery Editor. То есть, мы можем, типа, что-то делать с мотоциклом, перекрашивать, я так понял. А, ага. New Project. Ну давайте что-то возьмем, посмотрим, что это, как работает система. Давайте вот Дордосуда это. Что-то. А не берется новый проект. Видно, надо покупать или еще что-то. Так, ну ладно. Livery Edit, понятно, что это такое. Так, Weekly Challenger, это что такое? Тоже что-то ничего. Мультиплеер, понятное дело, Quick Mode. Quick Race, там атака. А, Drag Race даже. Прикольно. То есть Quick Mode это мы можем выбрать. Где мы будем кататься. Можно просто, да, покататься. Quick Race, Time Attack, Drag Race. Start, Select Bike. Ух ты. Drag Race я обожаю. Прикольно, ребята. Давайте проедем Drag Race. Посмотрим, что это вообще такое. Можно выбрать какой-нибудь Ducati? Это Ducati с дополнения. Так, оппонент. Первый. Давайте кого соперника поставим. Вот такую Aprilia возьмем. Ладно, второй, третий не будем. Select Track. Airport, Road, 66 и Self. О, давайте USA. Сан, день выберем. Вот реально, USA это вот эти засохшие озера. Тут прикольно вообще. Так, Customize Rider. А, ну это то же самое. Давайте старт Drag Race посмотрим, ребята, интересная фича. Так, окей. Salt Flat Speedway. Прикольно, ребзя. Так, байк сеттинг. Все время вот перед гонками, ну и в карьере везде, вот у нас такое байк сеттинг. Давайте вот посмотрим. Edit. Тут мы можем suspension. Угу. А, чтобы регулировать форк там и сингл шок. То есть пружины эти. Тут мне надо поставить, наверное, тюнинг. Угу, понятно. Так, герц передачи. Ну, мы можем, наверное, только сейчас. А, да. Можем основную трогать. Ладно, я не буду трогать. Ну, не... это надо долго просто сидеть.
разбираться. Brake calibration, газ calibration. Ну и наклон, получается, переднего колеса. Нормально, Apple's это бы это типа сохранить. Мой архив. Это у нас будет архив наших настроек. Так, с байк сеттингом все понятно, в принципе. Рейс. Это мы можем выбирать, получается, настройки гонки самой. Вот и сложность тут, ребята, выбирается. У меня стандарт, потому что стоит, потому что, ну, наверное, это вообще нереально. На экстриме это просто убейте. А, тут еще есть хуже. Лины, Роки. Ну ладно, пусть стандарт будет. Физик симулятор. А, ну мы вот тут мы физику можем собирать. Про поставили и все. И просто симуляция как в жизни. Антивейл. Типа этот. Ладно, давайте поставим как стандарт. Антивилли. А, антивилли, ё-моё. Чтоб все время на заднее колесо не стало. Ну окей, ладно. Такс. Вот у нас такой вид, прикольно. А, это меня самим надо переключать же, точно. Обойду, нет? Давай, давай. Не, не обойду. Ну, забавно, забавно. Ну, я просто протупил со стартом. Я поздно понял, что у нас manual race. Давайте... Не знаю, сейчас посмотрим, что предложат. Прикольно, в принципе. Да вообще офигенно. Вот Drag Race это классная штука, они добавили. Ну ладно, ребзя. Короче, долго не хочу просто реально затягивать обзорчик. Я думаю, в принципе, вы увидели основную, так как бы, основной жанр этой игры. Поэтому будем играть, смотреть, привыкать к управлению мотоциклетному, ребят. Потому что, ну, реально, я... Ну... Кроме мотокросса я не играл в такие игры. Давно-давно когда-то какие-то были, там MotoGP такие. Ну, короче, будем привыкать играть. Все, ребята, всем спасибо за просмотр. Всем покеда.